Сегодня на территории Брянской области надбавку к пенсии за длительный стаж на селе получают около 9,5 тысяч неработающих пенсионеров. Это те, кто имеет сельский стаж 30 и более лет. Правительством Российской Федерации утверждены более 500 профессий, работа в которых включается в этот стаж. При этом за периоды работы до января 1992 года в колхозах, совхозах, крестьянских хозяйствах стаж учитывается независимо от того, в какой профессии или специальности протекала работа. По выходе на пенсию доплата устанавливается автоматически. В случае, когда сельский стаж дорабатывается во время пенсии, то надбавка устанавливается после увольнения на основании заявления о перерасчете пенсии. В 2024 году фиксированная выплата установлена в размере 8133 рубля. Надбавка за сельский стаж составляет 25% от этой суммы. У получателей пенсии по старости это 2033 рубля, а у получателей пенсии по инвалидности третьей группы 1033 рубля, так как и размер фиксированной выплаты у них в половину меньше. Гражданам следует знать, что дополнительные выплаты за сельский стаж в 30 и более лет назначаются только в случае, если человек на момент выхода на пенсию живет в сельской местности. При последующем переезде в город все назначенные надбавки сохраняются. Алексей Есипенко, Александр Романченко, Брянск.